Эксперты рынка недвижимости прогнозируют снижение цен на вторичное жилье. Когда это может произойти? И что будет с ценами на новостройки? Узнавал Еламан Раимбеков. С начала года рынок недвижимости, можно сказать, замер. Цены держатся на прежнем уровне, а количество сделок просело на 27%. Оживление эксперты ждут в апреле. Полагают, что на уровень 30 тысяч сделок в месяц получится выйти к лету. На весну, если брать прогноз, то мы не ожидаем всплеска стоимости квадратного метра. Всплеска не будет, будет идти плавная цена с небольшим удорожанием там, в пределах 0,5-1% до конца мая. А вот цены на жилье в новостройках снижаться не будут. Прайсы на квадратный метр формируются с учетом стоимости строительных материалов. С прошлого года цены на них остались на прежнем уровне. А с начала лета традиционно все будет дорожать. Поэтому, советуют специалисты, лучше сделки оформлять в ближайшие месяцы. Общая тенденция именно такова, какова она была последние полгода. Это переоцененная вторичная недвижимость имеет тенденцию к снижению, то есть продавцам нужно принять это во внимание и понимать, что идет определенный отток по числу сделок, поэтому по переоцененным объектам недвижимости, безусловно, спроса не будет. В долгосрочной перспективе недвижимость является хорошим инвестиционным вложением. Цены на квадратные метры в ближайшие годы падать точно не будут. С учетом постепенного роста заработных плат через пару лет, нынешние суммы ипотечных выплат не будут сильно бить по семейному бюджету, считают эксперты. Еламан Раимбеков, Влад Шишко, Информбюро.